На предприятиях RU Energy Group в Ноябрьске сохранят коллективный договор. Такое заявление в эксклюзивном интервью новостям нашего города сделал президент холдинга Абдулвахап Лизгиев. Он рассказал, что в настоящее время ведется работа по созданию окончательного варианта документа и подчеркнул, что социальные гарантии в нем будут сохранены. Более того, на предприятиях компании, опять же, по заявлению Лизгиева, в ближайшее время будет повышена заработная плата. Об отмене коллективного договора мы не говорим. Мы говорим только лишь об продлении. И, соответственно, еще раз повторюсь, мы сегодня, на сегодняшний день изучаем и только лишь определенный, то есть содержание данного коллективного договора. Вот этот вопрос находится пока на стадии обсуждения, но я, как сказал, сегодня-завтра вопрос закроем. У нас запланировано в июле месяце повышение заработной платы на 5%. Это будет по всей группе компаний.